Данил, поздравляем с победой. Какие впечатления остались по игре с новичком Суперлиги? Ну, спасибо за поздравления. Тяжело, конечно, как бы непривычный, зал большой, как бы приходится много бегать, много приходится затрачивать сил команды. Узнали команда, что будет играть от обороны, как бы ожидали такого футбола, как бы, в принципе, они так и играли, как бы. Ну, слава богу, выиграли, как бы, с хорошим настроением едем домой. Временами всей четверкой садились в оборону, намеренно отдавали инициативу сопернику? Ну, как бы, да, повторю еще то, что зал большой, тяжело, как бы, все время прессинговать, как бы, зоны большие, как бы, пространства здесь много, как бы, пришлось, конечно, садиться, как бы, сил тоже, как бы, немного, как бы, сил хватало, но все равно, как бы, пришлось, как бы, садиться в оборонку и там на контратаке тоже ловить, как бы, ну, это только иногда, а так в основном прессинговали.